Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы вам продемонстрируем, как на V221 победить проблему с установкой времени, так как на многих машинах просто невозможно перевести время, установить. Это решается специальным фиксом. И вот здесь продемонстрировано, выбираем время, и кроме формата ничего не активно, то есть вы ничего не можете сделать. Не перевести время, не настроить ничего. Для этого нужно будет записать специальный файл на диск, и после обновления прошивки с помощью этого файла зайти и исправить. Заходим в инженерное меню, навигацию, вставляем предварительно записанный диск нужным файлом, запускаем software update, выбираем, ждем, пока прогрузится диск и начнется прошивка. Видим, вот у нас запускается прошивка. И пошло обновление. Без этого обновления, естественно, работать не будет. Также видим, на панели AMG меню у нас активировано. Напоминает, у нас V221. Также есть видео на канале по 220 кузову, где также можно исправить время, выставить, какое вам нужно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ждем, пока закончит обновлять команд наша прошивочка. Смотрим видео на нашем канале. По 221 уже немало видео. Прошивка прошилась, сейчас будет перезагрузка команда. Команд перезагрузился. И теперь вы можете спокойно войти. И настроить ваши часы. Заходим, выбираем вкладку время. И видим, что у нас все вкладки теперь активные. Выставляем нужное время. Дату, что там у вас еще. На этом проблема заканчивается у вас. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Также смотрите другие видео, как пользоваться правильно VDiamo программой. В Акцентре немало видосов. Также кодирование. Также мы будем показывать ремонты всевозможные. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Всего доброго.